Ксения Курята считает своим долгом оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. Этому ее учили с детства. Сегодня она волонтер регионального штаба «Мы вместе». В рамках акции «Мы вместе» наши волонтеры помогают в МФЦ с 15 ноября, консультируют граждан, помогают им распечатать QR-коды. После ввода логина и пароля они распечатывают и консультируют по всем вопросам. Также наши ребята работают в различных городах Крыма. Это город Керчь, Феодосия, Евпатория и 2 МФЦ в Симферополе. Где найти? Как распечатать? Вопрос получения QR-кодов в офисах МФЦ в последнее время стоит достаточно остро. Многие крымчане, не имеющие доступа к интернету, попросту не знают, что делать и куда обращаться. Для того, чтобы получить QR-код, необходимо авторизоваться на портале госуслуг. Практически сразу появляется возможность распечатать сертификат о вакцинации. Так волонтеры помогают сократить очередь к специалистам МФЦ. Процесс получения сертификата в большей степени беспокоит пенсионеров. Ведь, к сожалению, далеко не все пожилые люди могут самостоятельно справиться с этой проблемой. Вот и Людмила Логвинова пришла в МФЦ с просьбой о помощи. Хочу выразить признательность в работу волонтеров, поскольку, оказывая услугу пенсионерам, они делают большое дело. Не каждый пенсионер может себе позволить пользоваться интернетом и так далее. Поэтому большое им спасибо. Волонтеры помогают не только посетителям, но и сотрудникам МФЦ. Заметно уменьшаются очереди, сокращается время ожидания. Позитивные и вежливые добровольцы отвечают на все вопросы посетителей. С появлением волонтеров нам намного легче стало. Они просто облегчили нашу работу в плане распечатывания QR-кодов, консультации. Нам стало намного легче. Спасибо им огромное. Живые, доступно. Все дают информацию, рассказывают доступно заявителю, понятно все. Огромная им благодарность. Присоединиться к волонтерскому движению могут все желающие старше 18 лет. Наличие сертификата о вакцинации обязательно. Сейчас добровольцев акции «Мы вместе» больше 30. Лиля Кашка, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».